Вот так вот все у нас занесло снегом. 3 дня подряд идет снег. Вот. Снега у нас по колено. Все в снегу. Вот. То есть делаем примерно вот, вот около на середине коленки снега. Ну, вот такая у нас красота. Зимняя сказка. Не проехать, не пройти. Транспорт весь сколлапсировался. Дикие задержки в работе транспорта. На гору, естественно, мой институт где-то только после 2:30 начинается движение. Вот. Так что наслаждаемся такой зимой. Но все равно скоро уже плюс 8. Сейчас где-то минус 5, наверное. Не особо холодно, руки не особо мерзнут, но вечером минус 7. Но это для местных краев холодновато. Обычно зима здесь это дождь, плюс 5, плюс 7. Но нет, и несколько недель вот такого снежного заноса обычно. Вот, а так вообще красота, смотрите, все просто в снегу, жизнь встала. А это хорошо, это хорошо. Иногда требуются такие моменты, чтобы замедлить все. Сейчас в аэропорту задержки по 10 часов, я читал, люди ждут, ну, рейса. Эти пароходы на остров отменили из-за такой погоды. Поэтому так. Ну, а мы что? А мы пойдем в лес. А мы пойдем в лес. А мы пойдем в лес. Вон туда. Дальше. Вот. Все в снегу. Все в снегу просто. И идем, поднимаемся наверх. О, какой сугроб. О, сколько тут снега. О. Все в снегу. Пальма в снегу.
пальма. Так, вода. О. Так вот. Все вообще в снегу. Люди почистили дорожки. Полегче идти. Сейчас мы найдем тропинку в лес. И туда нырнем. Еще. А вот, наверное, вот она. Вот здесь вот. Вообще ничего не чищено. Ух, ступеньки еле как прощупываются. Можно даже на ступеньку не попасть. Вообще все в снегу, просто класс. Сочетание зеленого, белого. Классно. Теперь надо найти подъем в лес. А вот он. Вот он подъем. Вот она, тропинка в лес начинается. Фух, надеюсь, медведи все ушли в спячку. Вот. Да, вот она. Начинается дорога. Заходим в лес. Ох, сколько. Надо шипы надевать. О, потрясающе. Ну вот. Все тут такое дремучее. Вот, кстати, на лыжах, вот на обычных беговых, наверное, вот по такой хорошо. Ну, пешком тоже хорошо. И бегать-то можно тоже. Вон там какой-то ходит зверь. Идем по лесу. Гора Бёрнаби Маунтин. Гора Бёрнаби называется. Тут мой универ расположен. Ну, 300 метров забираться. Это часик. Под елочку. Нет, не елка. Это другое. Фу. Да. Класс.
Большие деревья очень высокие. Птички летают тут иногда мимо. О. Хорошо тут, такое укромное местечко. Потрясающе. Потрясающе. Но даже вот уже тропинки есть. Значит, народ ходит. Вот сейчас прочитал сообщение, что кампус закрыт полностью. Вот уже на этот день. Сегодня вторник. Но погода, она не спрашивает, какой сегодня день. Сколько снега. Класс.
Все с ним. Вот какое дерево толстенное. И от него два вырастают. И три даже. Вот. Вон справа залив морской, а слева... А слева это просто там дома. Такой... Такая возвышенность там.